Всем привет! Сегодня я нахожусь в деревне Петкуны Брасловского района. Здесь, на хуторе Кропачи, живут Юлия и Алексей, которые более 5 лет назад переехали сюда из Минска. В самой деревне было раньше 18 домов, а сейчас жилых осталось только 2. Эта молодая семья занимается изготовлением сыра в домашних условиях. В поисках интересных мест я решил приехать к ним в гости и посмотреть, как идут дела. Ну и, конечно же, показать все это вам. Всем приятного просмотра. К нам летом очень много туристов приезжает. Да? За сыром. Ну, за сыром, животными пообщаться. Они как бы к туристам все привыкшие у нас, и собаки, и лошади, ну и коровы ручные. Сейчас они стоят в хлевчике, потому что холодно. Уже они на полчасика выходили на прогулку, и все. Это лошади на улице живут, им все равно. Идешь посмотреть, что тут, не бойтесь, там спокойно тоже. Пол сыр, пол съел в зиму, наелся хорошо. Тоже пушистый такой. Такой, что как плюшевый медведь. Да, Дакар? Большой. Ну, у них там есть место, где они там спрятаться от ветра могут, там крыша. Ну, моя девочка, я сейчас принесу тебе чего-нибудь. Может, и морковка сейчас. Я сейчас быстренько сгоняю за морковкой. Хорошо, хорошо. Я перелезу. Хорошо. Лошади постоянно живут на улице. И зимой, и летом, но у них есть навес, чтобы спрятаться от дождя, либо от снега. Поэтому они такие пушистые. Встретили меня сразу в этом месте собаки. Здесь их несколько, но они дружелюбные, хоть и большие. Сейчас вот Юлия пошла за морковкой угостить лошадь. Да, место здесь очень красивое, особенно в такую морозную солнечную погоду. Мороз сейчас около 20 градусов, 18 где-то. Ну вот идет Юлия, хозяйка. Ты пойдешь? Нет, будешь там на солнце стоять. Они просто сегодня уже поели мешок моркови, им сильно много нельзя. Здесь находится всего 7 собак, Юлия сказала. Кто-то здесь, на территории дома, кто-то гуляет, бегает. Но в общей сложности их столько. Практически все живут на улице, приспособленные к суровым условиям зимним. У них есть вольеры, конечно, но просто что сейчас на прогулке. Вот здесь еще находится хозяйство. Куры, утки. Достаточно много их. Обычно тоже гуляют, но сегодня прячутся от мороза. А собаки их не трогают вообще? Нет, нет. Не трогают? Собаки приучены, все хорошо. Сейчас курица может еду отобрать, если что, у собаки. Тут чисто достаточно, можете не бояться. Вот коровы здесь стоят. Тут у нас коровка одна. Здесь вот сейчас я вам открою эту пчелочку. Вот она. Вот маленькая, какая пчелочка красивая. Подрастает. Это Раиса. Вот. Получается, сейчас у Юлии и Алексея нету коз, свиней, овец,
они их распродали, потому что слишком много работы смотреть за всеми, ухаживать. Остались вот коровы, лошади, куры, утки. Собаки. Ну и собаки, конечно. Летом сюда часто приезжают туристы, экскурсии, различные гости в это место. Посмотреть на животных, на красоту природы, ну и, конечно же, попробовать сыр, насладиться этим вкусом. Юлия говорит, что здесь неподалеку находится лес, и в нем есть волки. Поэтому собаки на этом хуторе очень нужны. Можно сказать, что они держат все под охраной. Юлия принесла попробовать сыр, чай с медом. Сейчас буду дегустировать. Собаки тоже хотят попробовать. Вот еще сколько видов. Много. А сколько всего видов сыра вы делаете? Ой, я не знаю, мы делаем вот, ну, обычно постоянно видов 5 сыра, ну вот, которые постоянно, каждую неделю. А так у нас еще очень много экспериментов, там, крафтовых, ну, так сказать, авторских, вот, над которыми там отдельно от, ну, отдельно я у себя там экспериментирую. А так в основном где-то 5-6 видов, которые, ну, постоянные, постоянно у нас есть. Всегда. Это вот первые дегустаторы. Побывал я на хуторе Кропачи. Очень интересное здесь место. Тихо, спокойно, красивая природа. Общительные хозяева Юлия и Алексей угостили сыром.
чаем с медом. Все очень вкусно. Приезжайте сюда обязательно, если находитесь рядом с Брасловом. Это совсем недалеко. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, видео вам понравилось. Поставьте лайк, напишите комментарий. Если не подписаны еще на канал, обязательно подпишитесь. Увидимся в новых походах. Всем пока!